Устройство разжелобка. Размечаем подводку разжелобка к свесу. Подрезаем кромки по разметке. Формируем кромку 15 мм. Отбиваем кромку водостока. Устанавливаем первую картину. Фиксируем картину неподвижной клямерой. Рекомендация: делаем засечку от сползания картины. Отгибаем кромку на второй картине. Откладываем 100 мм.
Отгибаем кромку сверху второй картины. Перехлёст 100 мм. Фиксируем картину неподвижной клямерой. Рекомендация: делаем засечку от сползания картины. Отгибаем кромку сверху третьей картины. Фиксируем картину неподвижной клямерой. Устройство разжелобка внахлёст от Ринцинг.